Как проходит день иммигранта в Норвегии? Очень плохо. Нету солнца, нету возможности спать. Мы все время работаем. Я не спала всю ночь, буквально 20 минут. Что это вообще означает? Зеленый гигант исчерпал весь свой рост, получается так? На Нижегородском НПЗ и что мы с вами узнали из свежего отчета Сбер. Ну а также, у каких крупных компаний возникли проблемы с антимонопольной службой и сколько стоит отметить масленицу? И так как мы просыпаемся каждый день. Друзья, это все мы с вами обсуждали. Кира Юхтенко, понимаете? Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Так, обязательная процедура. Пока бегаю, слушаю аудиокниги. Так, а я тем временем по-быстренькому собираюсь в школу. Ну что, I'm ready to go, cheater. Look of the day. Так, Иннокентий что-то не очень хочет идти домой. Кеш, пойдем домой. Кишунь. Угу, понятно. Вот этот получается сайт, я смотрю, у них тут отдельные страницы получается на каждую, да? Да. Это особенность плагина Loka Translate, решение, так сказать. Ну, в общем, все плагины такого класса, все переводчики, практически все. Вот кроме того, что мы поставили на него, и может быть еще там чего-то. VMPL, по-моему, популярный и платный, на котором больше всего делалось раньше сайтов с переводами, вот как раз они делают не отдельные страницы, а в онлайн-режиме. В Translate Press, то, что мы поставили на него там в онлайн-режиме, это все делается. То есть, получается, мне сейчас надо дублировать эту страницу? Так, настроил синхронизацию. Сейчас у меня по плану обучения. Теперь я могу на этом компьютере верстать внизу, на этом будет появляться, чтобы все сохранялось в облаке. Вы хотите, чтобы ваш сайт стал заметным и успешным в Норвегии? Тогда вы на правильном пути. Добро пожаловать в мир SEO-специалиста, вашего надежного партнера по SEO в Норвегии. Мы – команда профессионалов в области UX и UI-дизайна, графического дизайна, анимации и SEO. Наша опытная команда предлагает индивидуальные SEO-решения, благодаря которым ваш сайт станет более видимым, на нем появится больше трафика и конверсий. Неважно, где вы находитесь в Норвегии, мы прикладываем путь к вашему успеху. Если вы ищете поисковую оптимизацию, контент-стратегию или построение ссылок, вы можете полагаться на нас как на экспертов по SEO. Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам доминировать в области SEO по всей Норвегии, будь то в Осло или где-либо еще. Работаю и сижу на вебинаре. Отдельные лендинги, а прям на те же странички. Эта работа в том числе повышает конверсию других каналов. Что в итоге мы сделали? Мы поработали со спросом. Мы поняли, что продвигать запросы, по которым нет спроса, бессмысленно. Точнее, тематику, в которой нет спроса, бессмысленно. Сейчас мы пришли распечатывать бумажку для нашего клиента. Да, ну как бумажку, чтобы собирать отзывы. QR-код. Да, но, как я вижу, нам надо выйти на улицу, я тебе уже 10 раз сказал об этом, и зайти в Япон-фото. Ну, как бы, ну, чуть-чуть дольше, чем обычно. Я просто ему сказала, что он едет не туда, он почему-то решил, короче, что надо именно сюда. Сам виноват, но сделал виноват и меня. Не, ну там же был Япон-фото. Давай скандал устроим. Давай. Вы на кого ставите?
Я тяжелее так, 92 килика. А я своими ляжками тебя просто задавлю. Да, а что такое? Проблема, а? Ты что, а? Что? А ну иди сюда. Так, сейчас мы вам покажем, как происходит распечатка в Норвегии. Так. Так. 15/20. This is... Они две одинаковые. 39 крон. 39 крон, то где-то 3,90. Нет, 78. Угу. Это где-то 8 евро. Пробуем. Так, 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 так. Что это? Вытащить надо? Ох уж этот тяжелый день иммигранта-маркетолога в Норвегии. Ходит, гуляет себе что-то по торговому центру. Сейчас суши похаваем. Суши похаваем, распечатал бумажку какую-то. Ну как бы это такая работа, там попиздел, там поделал. Ну как бы, не все же работают руками. Тут что-то интересненькое такое. Паста. Ай. Сэндвичи. Что еще? О, чебатов. Лазанья. Фаркаччо, вернее. Лазанья. Не, я думаю, что нам надо дальше идти. Суши. Сакуру. Или сабрура. Сабрура. Как-то не очень аппетитно, честно говоря. А вот там вот есть... Будем тут сидеть или нет? What do you think? Не знаю. Я тоже не знаю. Приехали новые сушки. Ну, выглядит уже, да, получше. Вот эти, смотри, такие, ох. Хорошие чертовки. Да? За это все дело мы заплатили 500 с чем-то крон, но мы можем кушать сколько хотим. Единственный минус, что ты не можешь здесь взять чай. Здесь есть только лимонады, вода, вот такое. Юля кушает много, у нее аппетит хороший, поэтому... Ничего, запьем водичкой. Суши агония. Честно. Можно есть и есть, они сейчас свеженькие вообще просто. Кушечка. Ух ты какая. Ух, ничего себе сделали, да? Пушка просто. Стефан, жди. Приветулька. Ровенько. Приветулька. Пойдем, пойдем. Как у вас дела? Как работа? Как дела? Приветулька. Отлично, отлично. Дела у нас тут. Ты еще и ругается у меня? Смотри, у него это... операция была. Операция была. Ну, смотрится она тут хорошечно. Ну, да, вообще. Яренько так.